Внимание, товарищи! Сейчас начнется наш гимнастический праздник. Этого дня поклонники художественной гимнастики ждали 4 долгих года. И зрители, и сами спортсменки, и судьи. Ждали долгих 4 года. Внимание журналистов. И организаторы, и журналисты, и специалисты художественной гимнастики. И, вероятно, эта девчушка, возможная участница будущей спартакиады. Как сложится борьба в этих соревнованиях? Верх возьмут молодые? Немало ведь юных дарований появилось в нашей художественной гимнастике в последнее время. Смогут ли противостоять опытные спортсменки молодым? Выдержит ли напряжение борьбы наши молодые, но уже признанные лидеры? Мы начнем свою программу с выступления молодых спортсменок, ведь это будущее нашей художественной гимнастики. Одна из поколения молодых, Марина Лобач, сборная команда Белоруссии. Марина Лобач получила за свое выступление с обручем 9,45 балла. Но теперь, когда уже все завершилось, так ли уж важны оценки? Хотя, разумеется, я буду их называть вам. А это Елена Девятьярова, сборная Российской Федерации. Она выступала на этих соревнованиях вне конкурса, но каждая из этих спортсменок могла дерзнуть и бросить вызов лидерам. Сейчас на площадку выйдет еще одно юное дарование — Оксана Барлет из Ленинграда.
9,35 получает Оксана Барлетт, высокая оценка. А это уже надежда болгарской художественной гимнастики, юная Цветомира Филиппова, возможно, будущая преемница знаменитой Марии Гиговой. Особенность болгарской школы – артистизм, умение хорошо преподнести упражнения. Итак, смогут ли молодые бросить вызов нашим признанным лидерам? А, кстати, в какой форме наши именитые спортсменки? Девина, опыт и элегантность. Галина Белоглазова. Она из тех, кого тренеры считают будущим нашей художественной гимнастики. Уважаемые товарищи,
Саманта Смит. От имени участниц спартакиадного турнира памятный подарок, иллюстрированный альбом «Звезды художественной гимнастики» Саманте Смит вручает мастер спорта международного класса, победительница международных турниров... Появление американской школьницы Саманты Смит на соревнованиях по художественной гимнастике вполне оправдано, ведь многие из выступавших гимнасток ее сверстницы. Полина Белоглазова вручает нашей гостье подарок – красочный альбом, посвященный художественной гимнастике. Ну что ж, может, и Саманта будет увлечена художественной гимнастикой. А это фотография на память. Оценка Майи Тасковой 9,5. Оценка Галины Белоглазовой 9,9 балла. Соревнования продолжаются. Борьба вступает в решающую фазу. Многие спортсменки брали для своих выступлений знаменитую музыку Безе. Мы помним Кармен Марии Гиговой, Кармен Галины Шугуровой, Кармен Венеры Зариповой. Венера Зарипова бросила вызов абсолютной чемпионке. Действительно, спор за награды спартакиады шел между Венерой Зариповой, Далей Куткайте. В новом качестве выступила опытная Ирина Габашвили. Вмешалась в этот спор наша именитая спортсменка Ирина Девина. И вот бронзовый призер лондонского чемпионата мира – Ирина Габашвили. В новом качестве увидели ее любители художественной гимнастики. Теперь следует выход
абсолютной чемпионки Европы. Бесспорно искусно в своем упражнении Ирина Габашвили. Но вот теперь слово Дали Куткайте. Мы увидели с вами лидеров нашей художественной гимнастики, как же они готовы к будущим выступлениям. Что думает об этом наша именитая спортсменка, неоднократная чемпионка мира Галима Шугурова? Вот она здесь, на этом турнире. Мы разговаривали с ней после соревнований. В последнее время я, к сожалению, стала далека от художественной гимнастики по определенным обстоятельствам. И очень редко бывала на крупных соревнованиях. И, к сожалению, за 17 лет своей спортивной биографии мне ни разу не довелось быть участницей такого крупного соревнования, как спартакиада народов СССР. На спартакиаде Российской Федерации я участвовала, если не ошибаюсь, дважды. А вот, к сожалению, на спартакиаде СССР мне не довелось, не посчастливилось. И поэтому я рада за этих девочек, которые смогли попасть от своей республики и смогли защищать честь своей республики на таких крупных соревнованиях. Ну, я считаю, что уровень, спортивный уровень гимнасток возрос по сравнению с тем временем, когда выступала я, когда выступала Ира Дерюгина, Алла Засухина. Упражнения намного стали сложнее, интереснее. Тренеры, я думаю, что очень много поработали за этот промежуток времени. И я думаю, что наши гимнастки смогут хорошо выступить и на чемпионатах мира, будут выступать и на чемпионатах, и на чемпионате Европы, и на Кубке мира. Мне хочется от всей души им пожелать успехов. Что же нужно для успеха? На этот вопрос и пытались ответить наши ведущие спортсменки. Thank you.
9,8 балла. Но ведь это еще не десятка. Решающий день борьбы за спартакиадные награды. Может быть, кто-то получит оценку повыше? Представительницы знаменитой астраханской школы, которой руководит заслуженный тренер Советского Союза Людмила Александровна Тихомирова, всегда отличались интересными программами. Далее Куткайте внимательно следит за своей соперницей. На этих соревнованиях были представлены и Гульнара Муртазаева, также представительница астраханской школы. Вот интересное техническое решение и эмоциональное восприятие музыки. Это Венера Зарипова, Узбекская ССР. Что отличает выступление этой юной спортсменки из Узбекистана? Она мгновенно находит контакт со зрителем. Венеру любят поклонники художественной гимнастики. Венеру они поддерживают. Кому же отдать предпочтение? Судьи решают нелегкую задачу. Приглашается Лиана Аветисян, Армянская ССР. Это будни
Полторы минуты продолжается выступление гимнастки. Полторы минуты и часы, дни, месяцы занятий. Труд тренера, как и работа скульптора, требует упорства, терпения. Линии должны быть чистыми, певучими, неожиданными, как струи ливня. Чуть-чуть не дотянутся стопа, потому что пушки сумасшедшие, а когда бежишь, вот здесь вот стопа немножечко расслаблена. Поняла? Вот так после многотрудных тренировок рождаются высокие оценки. В этой удивительной художественной гимнастике важна каждая деталь, даже выход на площадку. Как же рождается красота? Интересно даже на несколько секунд заглянуть в творческую лабораторию тренера. Ведь у истоков всего стоит тренер. Нелли Саладзе, заслуженный тренер грузинской ССР. Это в сторону уже линии видны. Вот так. Ну и другое дело. Давай, Вика. Да, только через это можно прийти к победам, к большим и к малым. Нелли Саладзе, удивительно эмоциональный человек. Каждое выступление гимнастки она прокручивает мысленно. Каждый, она готова помочь. Ирина Габашвили, Лали Далидзе, Ирина Жемчужина, Марина Халилова, воспитанницы Нелли Саладзе. Борьба достигает остроты. Решающий выход. Thank you.
9.95 получает Даля Кухкайте за свое выступление в Балаване. Это победа. Но как же дается эта победа? Сколько весит она? Здесь, в этом виде спорта, работать нелегко. Художественной гимнастике надо не только уметь показать. В художественной гимнастике необходимо искусство и простого разговора. Надо вот только вот так просто сесть и поговорить. Нужны простые, но меткие слова. Вайда Кубелени посочувствовала нам. Ничего, мол, интересного на нашей тренировке с Далей не происходит. Но этот мимолетный, казалось бы, эпизод, снятый на тренировке абсолютной чемпионки Европы, абсолютной чемпионки нашей страны, раскрывает в известной степени характер тренера и ее ученицы. Да, только через это можно прийти к победам и большим, и малым, и к наградам в многоборье, и к медалям в отдельных видах. Но порой и малая награда бывает дороже самой весомой. Победа, разумеется, дается не всем. Взойти на пьедестал почета значит выработать в себе сочетание различных качеств. Победа – стремление к идеалу. Но есть ли она идеальная гимнастка? И даже таким людям, как... И даже таким людям, как многоопытная Ирина Дерюгина, людям, прожившим в спорте большую жизнь, и даже им ответить однозначно на этот вопрос непросто. Видите, в чем дело? Вот идеальные гимнастки, в моем понятии, ну вот на данный момент нет. В то же время, вернее, в то время, когда я выступала, то же самое было. Мне нравилась и Елена Карпухина своей работой. Что-то в ней нравилось. Нравилось владение предметом Марии Гиговой, болгарской гимнастки. Нравилась Наталья Овчинника чистотой, красотой своих линий. Нравилась работа Натальи Крашенниковой. И сейчас происходит то же самое. Мне нравится и Галина Белоглазова, как она двигается, как она работает. Нравится культура движения Титовой, нравится мастерство, зрелость Ирины Девиной. Нравится в Дале Кухкайте то, что она, на мой взгляд, имеет железные нервы. Она всегда ловит предмет. Пусть даже она выступает не эмоционально, но предмет она никогда не уронит. У меня сложилось вот такое впечатление осталось. Да, забыла Зарипову. Эта гимнастка очень эмоциональная. Thank you.
Прыжки Венеры Зариповой вызывают всеобщее восхищение. Пожалуй, никто не прыгает лучше ее. Что это, природный дар? Спросил я Венеру. Я работала над своими прыжками часами, изнемогала, но все-таки прыгала, потому что мне хотелось парить. Я, когда уже стала прыгать, мне хотелось летать, как птица. Мне доставляет огромнейшее удовольствие, когда ты чувствуешь, что ты замерла в полете, и что зал вместе с тобой замер. Это приятно доставлять зрителям, доставлять своим болельщикам радость, удовольствие. В последний день спортсменки разыграли так называемые малые медали в отдельных видах многоборья. Ну и за малые медали шла большая, настоящая борьба. Широка популярность художественной гимнастики во всем мире. Теперь ею занимаются спортсменки более чем 40 стран. И недаром художественная гимнастика включена в программу Олимпийских игр. Название, место и времени – цепь ассоциаций. Смотрю на молодую кубинскую спортсменку, и сразу же вспоминается чемпионат мира 1973 года – Гаванна. Может быть, с этого и началась настоящая художественная гимнастика на Кубе. Приятно сознавать, что вид спорта, который родился немногим более 30 лет в нашей стране, триумфально шествует по земному шару. И в этом, надо сказать, немалая заслуга наших тренеров и специалистов.
Согласимся с тем, что Ирина Девина вместе с нашими другими именитыми гимнастками является одной из ярких представительниц советской школы художественной гимнастики. Ее отличает техническое мастерство, лиризм, женственность и высокие спортивные достижения. Сложная задача у арбитров, кому же отдать предпочтение. Галя Куткайт и сборная команда Литвы на этих соревнованиях выступала с особым подъемом, с удивительным вдохновением. Кроме звания абсолютной чемпионки спартакиады и абсолютной чемпионки страны, она завоевала 4 золотых награды в отдельных упражнениях. Галима Шугурова права, каждая наша гимнастка как линия спектра. Москвичка Светлана Кудинова, тренеры, поклонники художественной гимнастики, специалисты отмечают высокую культуру ее движений, частоту линий. Давайте убедимся в этом. Отметим также, что высокое мастерство Светланы Кудиновой способствовало в немалой степени тому, что наша сборная команда в групповом упражнении на чемпионате Европы в Ставангере и в первом розыгрыше Кубка мира в Белграде завоевала золотые награды. За это упражнение арбитры поставят Дали Куткайте 9,9 балла. Давайте и мы посмотрим на ее выступление глазами судей. Восхитимся ее удивительной пластикой,
ее собранностью, железными нервами. Галя удивительно точна в своих движениях, легка и непосредственна. И снова на площадку выходит Венера Зарипова. Отметим, что она завоевала золотую награду в упражнении без предмета. Венера Зарипова разделила третье место с Галиной Белоглазовой в спартакиадном турнире и была второй в многоборье на чемпионате страны. Это, несомненно, успех молодой гимнастки. И хотя Ирина Габашвили не заняла высоких призовых мест в многоборье, ее выступления доставили немало удовольствия поклонникам художественной гимнастики, которые следили за этим турниром в универсальном спортивном зале ЦСКА в Москве. Очень тепло принимали московские зрители Ирину Габашвили. Что она думает о своих поклонниках? Очень хорошо принимают меня зрители. Я очень люблю выступать в Москве. Здесь зрители, может, они лучше понимают художественную гимнастику и все тонкости художественной гимнастики. Но когда зритель все же тебя принимает и чувствуешь такую поддержку, по-моему, самое главное, это чтобы зрители тебя любили и поддерживали. Я всегда с большим удовольствием выступаю в Москве. Очень люблю московского зрителя, очень люблю. Это мне придает вдохновение и силы для выполнения упражнений. Сегодняшняя спартакиада – это праздник. Праздник красоты, праздник юности. И, конечно, этому предшествует огромный труд. Но сегодня, кроме спартакиады, еще и чемпионат Союза. Так что я считаю, что сегодня у нас был марафон. Трудно было смотреть, потому что драматизм ситуации был налицо.
была борьба, были страсти, были страдания, были победы, были радости. Все было празднично, ярко, красиво и интересно. И можно было бы ограничиться тем, чтобы поздравить и участниц спартакиады, и зрителей с тем, что праздник этот состоялся и завершился хорошо. Если бы не одно обстоятельство, надо обязательно сказать о том, какой труд предшествует этому празднику. Это будни, это трудности тренировок, разминок, это режим, это посвящение себя целиком любимому спорту, любимому виду спорта. И я была свидетельницей неоднократно, была свидетельницей того, как занимались гимнастки, как они тренировались, сколько пролито слез и пота, сколько испорчено крови, сколько тяжелых страданий, сколько радости. Это такие эмоциональные потрясения. Для того, чтобы выдержать их, нужно иметь хорошее здоровье, нужно понимать красоту душой, сердцем, нужно быть спортсменом. Thank you.